открытые чемпионаты первенства Европы в олимпийском классе виндсерфинг RSX проходят сейчас в Италии в рамках пляжного фестиваля. Все сильнейшие спортсмены со всего мира приехали в Италию. Борьба идет в нескольких зачетах у юниоров и у взрослых атлетов. По итогам трех дней регаты российские спортсмены продолжают бороться за медали. Так, юниорка Стефания Елфузина, которая борется со взрослыми спортсменами на чемпионате Европы, идет сейчас на шестом месте. И на первом среди спортсменов до 21 года. Опытная Ольга Маслевец замыкает десятку сильнейших. У мужчин Макс Оберемко идет на восьмом месте, Андрей Загайнов 26-й. Соответственно, второй среди спортсменов до 21 года. Остальные ребята пока за 30-й сильнейших. На первенстве Европы, которое проходит параллельно с чемпионатом, у девушек россиянка Мариам Сихпасян занимает сейчас третье место и продолжает бороться за медали. У юношей Максим Токарев пока идет на 13-й позиции, Саша Степачков 18-й. Завершение регаты ближе к концу недели, так что услышимся в самое ближайшее время.